Добрый день, друзья. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я нахожусь в гостях у Сергея Лозаковича в программе «Воскресный гость». И сегодня я хочу поделиться с вами своей песней, которая называется «Я остаюсь». Но перед этим хотелось бы сказать несколько слов. Можете найти меня и мою группу ВКонтакте. Моя группа называется DL. И там, собственно, можете послушать мои песни, мой первый альбом, который я выпустил в 2018 году. Песня «Не оттуда». Называется «Я остаюсь». Песня написана про, сложное перепутье в моей жизни, когда приходилось выбирать, остаться или идти другой дорогой. Она называется «Я остаюсь». Пропасти, закрыв глаза, события и новости кричат ни шагу назад. Размеренным дыханием замедляю пульс, пусть тот, кто слаб, уходит. Я остаюсь переворачивать цифры, переиначивать суть, приравнивать двойку к нулю. Из воды делать ртуть, засыпая под звездами, под солнцем проснуться, проецируя мир сквозь себя, к себе прикоснуться. Возможность повернуть назад, затягивая крепче нить, сделай серьезней взгляд. Монету на удачу, как будто притворюсь, пусть тот, кто слаб, уходит. Я остаюсь переворачивать цифры, переиначивать суть, приравнивать двойку к нулю. Из воды делать ртуть, засыпая под звездами, под солнцем проснуться, проецируя мир сквозь себя, к себе прикоснуться.